не буду название читать, чтобы не, заранее не было понятно. Если в мире есть предположение, что кто-то лучше или кто-то хуже, то вулкана семя извержения часто вырывается наружу. В митинге, бойкоте и терроре, в голых сиськах или прочей страсти, на крайняк три буквы на заборе адресуют оборзевшей власти. И гуляют по миру бабосы, получив на души монополье, а всему виной америкосы. На перу хозяева застолья, младший Буш, Маккейн и прочая шиза, кружева плели, как их небузкой, и мулатка, сука, Кондолиза, с лживой улыбкой голливудской, главные носители микробов, борзоты, невежества и хамства, как барханы снежные сугробов, наметают гнет американства. Если надо проучить засранца, то обычно бьешь ему по роже. И даешь понять ты иностранцу, монастырь чужой топтать негоже. Наглых янки били во Вьетнаме, братья узкоглазые вьетнамцы. Их в Ираке пиздили в Афгане, но урок не для американцев. И никак им не дойти до сути, что Россия не потерпит хама. Их построить может только Путин, посмотрев сурово на Обаму. Прут наверх корейцы и китайцы, но не сыт Америка анклава. Знает, что конкретно дать по яйцам может лишь российская держава. В США отдельные гондоны приглашают танцевать мазурку. Президентам дарят там айфоны, лживые политики обкурки. Можно биться головой об стену до потери пульса, до усрачки. Только не прокатит эта тема. Не живет Россия на подачке. Из чего Америка решила, будто заарканила фортуну и себя почетно наградила званием «везде свой нос засуну». У России нефть и газ в достатке, мы не лезем в грубое господство, потому-то все у нас в порядке, спорт, ракеты и животноводство. Мы с КНДР в одной упряжке, и в жандармы мира не стремимся, и с Китаем мы играем в шашки, а америкосов не боимся. Браво! Спасибо!